Йони, поздравляем с победой и первым пасом в КХЛ. Спасибо за поздравления с первой передачей. Но для нас было важнее добыть 2 очка. Встречи в Братиславе и Подольске прошли по схожему сценарию. Да, эти 2 матча со Слованом были трудными. В Братиславе мы плохо действовали в первых 2 периодах, начали играть только в 3-м. Сегодня же мы играли достаточно хорошо, гораздо лучше, чем в Словакии 2 первых периода. Правда, нам не удавалось забить в первые 40 минут, но мы вновь смогли сделать большой камбэк. Очень важно было взять 2 очка у прямого конкурента. Почему в этих играх вы уступали в первых 2 периодах? Их, если бы я знал ответ на этот вопрос, мы бы не проиграли в эти моменты, так ведь? Сегодня Витязь всю игру провел неплохо. Просто поначалу нам не удавалось забить. Совершили несколько ошибок, но в 3-м периоде мы их исправили. Были ли еще в вашей карьере результативные передачи? Да, их несколько. Рудольф Червены сегодня забил 2-жды, как и в 1-м матче в Подольске. Хорошо, что мы с ним в Подольске больше не сыграем. Thank you very much, and good luck for you and for Vitesse. Thank you.